Стипендию Робинсона получит тот, кто, ну, уникален. Вам надо в эссе показать нам, что делает вас особенным. Какой жизненный опыт выделяет вас среди остальных? Вам тут не демократия, а диктатура. Этот тоннель для вас закрыт. Если увижу кого, вопросов задавать не стану. Ты же знаешь, что мы не сможем оставаться здесь вечно. Мы выберемся. Все вместе. Ты слышишь? Как вам такой жизненный опыт, профессор?